Когда заболевает известный человек, он автоматически попадает под обстрел прессы, СМИ, это и фотокамеры откуда-то из-за кустов, и в больничной палате, и какие-то ток-шоу безобразные. Заявлять о своей болезни могут только сами люди или их приближенные. То есть просто так это уже, ну как бы взять, слить конфиденциальную информацию. У врачей это нарушение тайны, а просто у людей, наверное, неспортивное поведение. Он был неправ в этом случае, конечно. Голливудская звезда Анджелина Джоли решила проблему радикальным способом. Красавица не стала ждать, когда услышит страшный диагноз. Двойная мастектомия Анджелины. Взгляд изнутри на ее храбрый выбор. Влиятельный журнал People похвалил актрису. Она пошла и отрезала себе обе груди. Да, и сказала, ничего, я похожу с силиконовой, с пластиковым, ходит полпланеты. Зато я точно знаю, что я буду жить и прикажу своим детям. Страшно, неожиданно, но правильно.